Бля, не хочу я сиром готовить, если честно. А что, надо? Ну ладно, хорошо. Готовим внезапную авторскую горечь из головы. Берем вот такой смесительный стакан. Этот долбанный графин для водки называется стировой или смесительный стакан. Засыпаем сюда лед. Больше мазафака. Кирос. Берем охрененно огромную барную ложечку. Вот этим вот кончиком. Начинаем охлаждать смесительный стакан. Примерно от 30 секунд до 2 минут вы тупо вот гоняете лед по кругу для того, чтобы стакан охладился. Когда он охладится, у него по краям начнет запотевать стеклышко. Здравствуйте. Да, оно запотевает. Льда было в половину больше, сейчас он начинает потихонечку таять. Это называется кинетическая энергия, чуваки. Да, у меня была пятерка по физике. Я заебался, у меня устала рука, хватит, мы его охладили. Вот так вот. Сливаем излишки, оно нам не надо. Дай попить. Давай мешай сюда что-нибудь горькое. Тащи кампари. Для того, чтобы сделать напиток горьким, бахнем сюда 30 кампари. Определенно 30-ка. Ну, может быть, 35.